Ну чё? А ничего. Это стройка выходного дня, строим дом. Здравствуйте. Ну, потолки, пароизоляции на первом этаже подшиты полностью. Вот это вот в большой комнате оставил место там, где будет печь выходить только. И вот оставшийся кусочек, как бы так, не знаю, как назвать, проходная, коридорчик. Ну, не знаю, не придумал еще название для этой комнаты. Здесь как бы, ну, что, все, какое-то пространство. Вот как его использовать, оно понятно. А вот как обозвать, пока непонятно. Ну, также немножко не хватило мне пароизоляции, на краю другое, но другую применил. Но там будет закрытая часть, там будут воздуховоды идти, там будет... идти вода, канализация вдоль этого, висеть бойлеры. Ну, в общем, такой какой-то вот, скажем так, чуланчик за стеклом. То есть, грубо говоря, командоровские дверки простенькие, но с зеркалом, чтобы давали большой обзор, и можно было там, ну, скажем так, губки бантиком покрасить. Ну, как-то вот так вот. Конечно, еле втиснулся, раз кирпичи вот здесь складировал вокруг да около, летал. Ну, нормально. Более-менее получилось. Сейчас буду подшивать досками. Пока один, но если что, то там ждут, кто поможет. Ну, все. Всем пока.